Всем привет, ребят, рад вас видеть, надеюсь, вы меня тоже. Вы давно хотели ребят из Амкала увидеть на моем канале, и вот он, появляются ребята из Амкала. Чуть позже я обязательно всех представлю, вот. Но суть игры, игра называется «Бутылка». Я уже вижу ваши комментарии по этому поводу. Четыре игрока будут играть в бутылку. Суть какая? Поочередно ребята выберут в рандомном порядке бутылку персональную, ее нужно будет защищать. Защищать любым способом, но не касаясь ее. Ты проиграешь только тогда, если твоя бутылка дважды упадет за игру, то ты вылетаешь из игры. Суть. При вылете из игры ты выпьешь жидкость, которая находится внутри бутылки. Жидкость там самая отменная, обещаю. Побеждает только тот, у кого бутылка не упала. Если вы готовы, погнали. Ну а спонсором данного ролика является легальная букмекерская компания Parimatch. Надежно, а главное быстрая регистрация и верификация. Parimatch работает на новой технологичной платформе. Широкая сетка событий на любой вкус. Футбол, UFC, киберспорт. Мгновенные выплаты ваших выигранных событий. Не надо ждать долго. Ну а на десерт бонус до 5000 рублей при первом депозите на игровой счет. Ссылка уже ждет тебя в закрепленном комментарии. Я вспоминаю, как зовут. Ребят! Здорово, чуваки, всем здрасте, мы на футбольном поле. Эл, Феликс, Флекс, ФИФА, старички помнят. О, да. Саня, ФИФА, ненавижу. Коля, красавчик, Денчик здесь. Что у нас будет происходить? У нас есть 4 бутылки, 4 наполнения. Поле начертили. Ничего не вижу. Слушай, они же полупустые, я думал, да, надо... там мало, там всего нужно будет проигравшему сделать 3 глотка. Но сможет ли вот сделать проигравший 3 глотка? Есть, не надо, не страшно. Но типа самая жесткая, такая неприятная. Но Эл сказал, что нету ничего такого, после чего ты побежишь в туалет. И тут вариант, либо Эл пьет постоянно дома, либо он обманул. Либо там, смотрите, пацаны, мы сейчас кинемся. И в рандомном, ну, поочередно, в рандомном порядке вы выберете любую бутылку. И дай бог отлично, там Кока-Колу Зеро будет. Пожалуйста. Ненавидь. Раз, два, три. У-ху-ху! Раз, два, три. Вы можете защищать бутылку свою как угодно. Да, не дотрагиваясь до нее. Если она упала по вашей вине, это ваша вина. Но она стоит на месте. То есть... Она стоит на месте. Ее можно выбить только мечом. Если ты докоснешься не мечом, ногой, это свайп. Если ногой или рукой, то ты выпьешь эту жидкость и вылетишь. Да. Если мяч выходит, то мяч приходит обратно к центру. И по хлопочку кто первый. Каждый сам за себя, ребят. Побеждает тот, у кого бутылка не упала. Шишел, вышел первый, вышел, шишел, вышел первый. О. Итак, какой номер? Два. Блять. Сука. Я определился. Третий номер. Окей. Я вот это. Мне кажется, тут два самых жестких осталось. Это какой-нибудь томатный соус. Давай вот это. Нет, ну определись уже. Давай вот это. Точно? Да, я думаю, да. Ну хорошо. Да. Блин, там какое-то черное дерьмо. Расист! Расист! Мяч очень много раз вылетал за пределы квадрата. Поэтому мы оставили самые основные моменты. Готовы? Да. Погнали! Ой-ой-ой! Две жизни у каждого. Подайте, где нападение? Блять, только не на меня. Это, блин, каждый раз типа вот чуть не хватает, чтобы до него. Я к Феликсу ближе стоит просто. Оп! Забавно, короче, когда с мячом бежишь, три человека, сначала один вроде тебя выдвигается, он такой, не, я лучше постою. И кто первый в мяче? Ватя! Показалось. Как так, левая меня просто чуть-чуть подвела, уже Генчик, все, я там думал, до свидания. Хотя нет, еще одна жизнь у него была бы, ну ладно. Я думаю, здесь Аля, если ты Феликс-то! Да! Мне хочется плакать. Фу, очень сложно. Заняты в порядке,
Ты в порядке, Саня. Я на данный момент экономлю энергию. Мне очень нравится твоя тактика, ты экономишь силу. Я знаешь, как в PUBG человек, который просто спрятался, прячется и всю игру, а потом в конце появляется такой, когда понятно, один на один остаешься. Да. Нет, тут интересно реально, что ты по факту можешь идти смело. Раз я попаду, не попаду. Хорош. Смело, то есть идешь, но потом вот может такое произойти и повезло. Оп! Так, 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 теперь. Не забывай про свой. Nope. Ой, договорились! Лакера топят, пацаны, лакера топят. Бля, нормально, Феликса ошибка была. Посмотри, посмотри. Так, так, так. А там потом вдвоем уже разберемся. Знаешь, звучит как охуенная идея! Мы, кстати, не договаривались с Генчиком, честно. Да что ты по приколу опоздал, да? Ой, ой! Ну, а что ты не ударил на покере, а? Они же не договаривались. Ой, Феликс, помоги. Феликс, давай, иди помоги. Феликс, снимай! Так, ну что, пока пацаны не сдаются. Я еще раз предлагаю, может, по одной жизни? Нет, нет. Оп! Ой, нормально, нормально, играем. Потому что мяч из Сани играет. Блять, на коняку! Есть, 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 есть. Ну куда? Коля, не плавит ли тебя Саша? Да бог! Нет, вроде нет. Кого это я был? Как же повезло с отскоком, мне одна жизнь. Сидит, вот так вот. Одна жизнь. Ты понимаешь, да, у тебя одна жизнь. Блин, повезло с Алексеем, на самом деле. Ну, не знаю. Столько подходов было, тут такой рандомчик. Ну, он попал. Может, я надо говорить. Кстати, вам нравится Костя на заднем фоне? Он просто не участвует, потому что он очканул. Ты крыса. Один в три остается, Коля. Пацаны, крыса на корабле. Крыс. Это вот крыс-неудачник, я хочу сказать. Просто крыс-неудачник. Хотите спойлер к следующему раунду? Да. Коля Лакер против всех. Если вы меня закрытите, даже не так обидно будет, знаете. Но я с вами, знаете. Колян, ты рискнул. Я тебе контент делаю. Да, да. Ты просто помазал, Коля. Нет, а кто говорит, что это не одно и то же? Он рискнул дружбой и доверием, ребят. Видите, как это обернулось? Оп! Ой, так, Феликс. Блядь, ну только попробуй, пиздец, блядь. Промазал! Да! Сколько раз мы промазали, уже даже не посчитаешь. Сейчас меня выбьют в первом. Оп! Хорош, хорош! Дай, 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 дай! Есть, есть, есть! Блять, не прокатило, так скоровыше было. Да! Да! Такой же! Как и мне скинул первый раз Коля, так что сейчас на нем Коля. Блин, ну жалко, жалко. Там, блин, так классно, я сейвил, и здесь опять отскок просто. Ну у тебя есть еще жизнь. Ну еще есть, да. Давай. Да, есть, есть, есть! Да, ну не, ну тут тяжко, тут по-любому в какой-то момент втроем тяжело. Три глотка на пацана нормально. Томатный сок, давай. Не нюхай. Это моя сперма, поэтому так вкусно. Томатный сок. Томатный сок, зачитали. Просто если у тебя это типа плохое, то там, ну, по идее, вообще должно быть изятельно. Братан, один раз показываю. Блядь. Давай сделаем так, что получится. Блядь. Ну сейчас, стопудово. Сука, сядь на нее. Ой-ой-ой! И ты был мне прав!
пацаны, мой хвост вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь, вот так вот. Яна приехал сегодня на неделю ко мне жить. Видимо, он опять отправится на Ленинградский вокзал. От моего дома всего лишь 10 минут пешком, поэтому... Ген, ты сегодня на Ленинградке ночуешь, ты в курсе, да? Саня! Саня! Бля! Саня, я сколько? Нет, я тебе даже знать. Как тебя зовут, напомню? Олег. Ага, да, новое имя. Этот ролик мне показал, что в этом мире, друзья, даже своим друзьям верить нельзя. Я вам серьезно говорю. Крыс номер один, крыс номер два. Все, Феликс нормальный пацан, уважаю. Ему желаю победы. Который все. Выбил Саню в итоге. Вообще, это была честная борьба. Крыс. Все. Пиздец, да, там? Ты готов? Да Саня, что делать? Как думаешь, что там? Я даже предположить не могу. Ну окей, давай. Ну смотри, три на пацанский глотка. Я смотрел. Она тут кажется прозрачной. Из унитаза. Что блин. Это? Что это? Ой, это чуточку лимона. Лимонная реально водичка? Обычная вода. Да? Блядь, жёстко. Все, пацаны, я вас поздравляю. Все, давай. Мы остались. Смотри, там твоя норка. Давай, там твоя норка. Я тебе воды дал. Там твоя норка. Я на твоих спринтах видел в глазах всю боль. Бежать до центра. Там твоя норка. Снимай должен, получается, предлагаю завалить тебя. Спасибо. Не, Генчи говорил, что он готов на все, он готов все попробовать. По идее, у нас два самых жестких осталось, посмотрим. Я жду от вас честной игры. Что? Мужской честной игры. Какой? Честной. В финале же счет обнуляется, да, 2-2. Не. Давай, не одна, да. Да, поехали. Не слазь, пацаны. Да, что вам хочу сказать, не более. Давай между нами. Друзья, если вы вдруг хотите, чтобы Гена пришел в школу футбольной техники, не надо, у него он все умеет. Устал. Бля, как же ты корпус собой напасал, хороший. Победа. Ты можешь ничего не пить. Ты уверен? Не знаю, нет. Давай сначала я приду. Плюс. А реакция твоя, хочу узнать. Моя реакция? Ну, что четвертая. Ну, слушай. Пей. Хорошая реакция. Три глотка хороших. Не, я просто... Я думаю, что сейчас будет что-то... Подожди, стой. Да вы задрали. Не, подожди, если была вода, самая ок, получается, был томатный сок, что не очень, и ты говорил два плохого, то есть у них две херовые бутылки. Ну, по идее. Слушай, ну, блядь, это, мне кажется, это уксус, сука. Что? Нет, он, ты что, это жестко. Блять. А его можно нельзя пить. Блять. А что это? Это лимонное. Эл. Лимонное? У меня этот рассольчик. А, это не уксус! Бля, рассольчик. Да уксус нельзя пить, ты рофлишь, что ли, по-моему? Это не уксус. Это не уксус. Мне показалось уксус. Ой, фига тут завоняло, йо. А что это? Что у тебя? Блять, по-моему, дизель. На, попробуй меня. Вода. Попробуй мою. Я попробовал глоток. А, все-таки была такая, да? Да. Кислейшая. У тебя вопрос с лимоном была фигня? Кисленькая. Это такое, ну, да. От бабушки но привез? Нормально, знаешь, спасибо. Блядь, ничего не а у Гены был такой рассольник бабушки. Бля, там какая-то срань, там жесткая, да. Это хуже, чем рассол. Да, я понюхаю. По-любому на вторую часть и предлагайте свои варианты. Можно бензина, чтобы к рту зажигалку поднести. Ну, вообще, мне нравится то, что этот челлендж сам по себе эволюционировал в какой-то, в какие-то коллаборации. Да, вот именно само это никак не было задумано. Просто как иначе? Да. Нет, движуха прикольная. Мне кажется, слушай, давай они, кстати, будут писать, что можешь добавить в... Пишите, собственно, какую жидкость вы хотите видеть в этих бутылках и, собственно, с кем, чтобы... И, собственно, кто
Скажите, пожалуйста. И кого вы хотите видеть в следующих рубриках, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. И на пацанов ссылки будут в описании. Ильхан очень благодарит вас за то, что вы посмотрели этот видос. Да? Спасибо. Спасибо вам всем, мужики. Ребята, огромное спасибо. Ссылки на ребят внизу. Спасибо всем. Спасибо, что подписались, поставили лайк. Всем спасибо. Всем пока. Обнял. Пока.